Здравствуйте, дорогие мои друзья! 14 декабря, зима. И сегодня я хочу сделать такое небольшое видео, в котором я вам расскажу о том, как цветы по-разному устойчивы к холодам. Просто я живу в Англии, и здесь у меня есть возможность наблюдать за ними. Видите, пеларгонии еще цветут, хотя были уже заморозки. Пеларгонии и плющелистные пеларгонии, и королевские пеларгонии, и зональные пеларгонии, они не боятся небольших холодов. У нас был уже минус один, ноль. Все остальные цветы уже померзли, и я вам это сейчас покажу. А пеларгонии, вот мои плющелистные пеларгонии, даже еще имеют цветы. И уже несколько раз были заморозки, уже даже падал снег, но не в Лондоне, за Лондоном. Видите, какой благодарный цветок пеларгонии. И они здесь, в Лондоне, у меня зимуют всю зиму на улице. И вы только, пожалуйста, не подумайте, что я издеваюсь над растениями. Просто я поступаю так, как здесь поступают все. Здесь у всех, в Англии, в Лондоне особенно, цветы многие зимуют на улице. Здесь много теплолюбивых растений, потому что здесь очень редко бывают холода. Прошлая зима была немного холодная, но я надеюсь, это будет теплее. Так что пеларгония, видите, какие хорошие кусты, листья не пострадавшие вообще от заморозка. То есть легкие заморозки она переносит. И всю зиму она у меня будет зимовать здесь. Смотрите, на дереве она у меня подвешена, нет уже листьев на яблоне. А тут такие небольшие кашпо с фуксиями. И фуксии тоже после заморозка не сбросили листву. Даже есть еще некоторые бутончики. Сейчас я вам это покажу. Вот здесь такое кашпо с фуксиями, как вы видите. Немного пожелтела листва, но не обмерзла. А здесь яркий пример. Вот после заморозка горшки с георгинами, как вы видите, полностью обмерзла вся наземная часть. Здесь в горшках клубни живые, переживать не надо. Ну а рядом фуксия, видите, фуксия, вот это все правда, видите, вот георгины почернели, а кусты фуксии еще зеленые стоят, есть еще даже бутончики. Видите, насколько фуксия более устойчива к холодам и к морозам, чем георгины. И это, друзья, еще не все. Смотрите, цимбидиум. У меня есть видео о цимбидиумах. Они тоже у меня в саду здесь, в Англии. И поныне. И вы видите, что цимбидиум тоже перенес 0, минус 1, и листья не померзли. И даже цветоносы не померзли. То есть вот такие вот растения устойчивые к холодам. Фуксии, орхидеи, цимбидиумы, пеларгонии. Еще, возможно, для вас будет диковинкой. Смотрите, аспарагус. Видите, аспарагус тоже на улице при таких вот небольших понижениях температуры выдерживает. Здесь, в Англии, тоже он прекрасно зимует. Я видела в Лондоне, в центре, тоже вот такие ящики с аспарагусом. Круглый год на улице. Даже листва не страдает. То есть небольшие такие вот понижения температуры аспарагус выдерживает. Даже вот, видите, молодые веточки не пострадали. Смотрите, какие длинные плети выросли у аспарагуса за лето. Смотрите, видите? Вот. Георгины очень нежные, но клубни хорошо зимуют в горшках. Здесь, в Англии, я их не выкапываю. Хочу вам уточнить, так поступают все, не только я. И я не испытываю растения. Просто я вижу, как с ними поступают другие люди, и так же поступаю и я. Георгины никто не выкапывает, и небольшие заморозки они выносят. Даже такие, какие были в прошлом году. А тут у меня королевская пеларгония. Как вы видите, тоже заморозки.
она переносит отлично небольшие. Она до сих пор на улице, и я планирую тоже их держать на улице. Если вдруг будет большое понижение температуры, как в прошлом году, я буду прятать растения. Но сегодня видео о том, как перенесли растения небольшое похолодание, небольшие заморозки. Видите, рядом вот фуксия, бутончики. Даже бутончики не пострадали, листочки не пострадали. А это лимон. Лимоны тоже в Англии цитрусовые. Всю зиму на улице. Прошлый год, всю зиму этот лимон в горшке, который простоял на улице. И у всех людей так, не только у меня. То есть вот такое вот. Видите, даже листву не сбросил, ничего. Прекрасно растет на улице лимон в Великобритании. В горшках земля была замерзшая. Все равно растения это выдерживают, потому что эти холода кратковременные. А сейчас было просто несколько дней, так вот по утрам, заморозок, и вы видите, как перенесли это все растения. Фуксии очень устойчивые к первым заморозкам. Видите? И фуксии в Англии. У всех людей зимуют в саду. Здесь фуксии вырастают, большие фуксиевые кусты, деревья такие целые из фуксий. Очень подходит климат Великобритании для фуксий. А это, друзья, снято в центральном Лондоне. Такие красивые были композиции с бегониями, пеларгониями, петуниями. Видите, после первого заморозка, это тоже снято в декабре, бегонии, клубневые бегонии остались, видите, и пеларгонии остались. Видите, вот я сблизила. А почерневшее все это бальзамины и петунии. Как вы видите, о чем мне говорят. Клубневые бегонии, они тоже очень устойчивые к холодам. Они не неженки цветы. Конечно, если будет больше минус, они обмерзнут. Друзья, я ни в коем случае не призываю вас поступать так, как я, с растениями. Просто, я думаю, вам, возможно, интересно, как это все происходит у нас, в Англии. И, возможно, вам интересно просто знать о том, какие растения более устойчивые к холодам, какие более теплолюбивые. Просто здесь у нас, в Англии, эти все растения зимуют на улице. И я из года в год наблюдаю это и знаю, что вот пеларгонии, фуксии, они очень устойчивые к заморозкам. У георгин обмерзает сразу же все, вся надземная масса. Возможно, вам это интересно, потому что если вы живете в России, в Украине, вы даже это не можете проследить, потому что вы забираете свои пеларгонии, фуксии, бегонии еще до наступления холодов в дом. А здесь я уже это все наблюдаю из года в год, и это все очень интересно, друзья. И это очень полезно знать. Вот такое вот небольшое, коротенькое видео сегодня о растениях зимой, какие у меня в саду и как они цветут еще до сих пор, друзья. Очень быстро теперь темнеет, и я снимаю это видео уже практически вечером. Спасибо огромное всем вам. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!